Добро пожаловать, госпожа Джандан. Все хорошо. Здравствуй. Привет. Добро пожаловать, Ойки. Как дела? Мне хорошо, господину Ибрагиму плоховато. Что случилось? Скинула сегодня господина Ибрагима себе. Молния, не когда вы заходите, а когда сама захочет, тогда и скачет. Как дела, Молния? Как твоя ножка? Ты в порядке? Сестра Джандан, я могу тоже? Нельзя. Неизвестно, как она себя поведет. Давай-ка мы сейчас переоденемся. Почему? Ты же сегодня мой ассистент. Да, сестра Джандан. Ойка, можешь мне принести оттуда бинт? Бинт? Пакетик. Это? Да. Парочку даже можешь принести. Хорошо выглядит. Копыто уже пришло в норму. Можем уже отпустить. Еще бы она не была такой раздражительной. Моя Ойка, мы можем собираться. Возвращаясь, заглянем в маркет. Надо домой закупиться. Хорошо, сестра. Я тебе опять помогу. Ты супер. Сестра Джантан, а эта молния всех с себя скидывает. Да. Почему? Она никому не доверяет. А почему не доверяет? Ее мама умерла при родах. Поэтому она такая. Ищет свою маму. Молния очень сильная лошадь. Но ей нужно немного времени, чтобы доверять людям. Потом она выиграет все соревнования, в которых примет участие. Сестра Джантан, а когда-нибудь... Я стану тобой. Как это? Что? Как понять? Я буду такой же, как и ты. А как по мне, ты будь всегда собой, потому что ты прекрасная. Сестра Джандан, давай садись. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.